Центр социальной реабилитации был открыт 7 лет назад, но официальный день рождения до сих пор так и не был определен. В этом году коллектив центра решил восполнить этот пробел. Сегодня, 7 лет назад, впервые в центр вошли дети. И для нас это традиционно стало днем рождения. Мы хотим дать нашему центру название. Ну, наверное, это как-то символично. Цветик-семицветик, когда всем известная история, когда загадывается желание, чтобы ребенок начал ходить. Наверное, наша общая мечта, чтобы наши дети были здоровы. Центр социально-психологической реабилитации посещают дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и психики. Здесь они не только лечатся, но и учатся, а также развивают свои таланты. В день рождения общего дома они демонстрировали свои лучшие достижения. Вас приветствует дети нашего центра. У всех чудесное настроение. Вы замечательные артисты. И еще я знаю, что вы замечательные художники. И ручки у вас у многих. Очень золотые ручки, которые вы умеете делать очень замечательные, красивые вещи. Благодаря этому центру моя внучка сумеет адаптироваться. И хотя бы самое элементарное, то, что ей нужно будет для дальнейшей жизни, она здесь приобретет. В день рождения центра коллектив принимал поздравления и подарки от друзей, которые на протяжении всех 7 лет были рядом и помогали в трудные минуты. А в конце торжества дети и педагоги задули свечу на праздничном пироге и загадали желание одно на всех. Татьяна Лилица, Анжела Каранчук и Виктор Миленчук. Первый Приднестровский.